сегодня поставила свечи за чистое небо страны, за добрые и светлые встречи, за мирную жизнь без войны, за разум и доброе сердце, за мудрость поступков и слов, за мам и счастливое детство, за долгую жизнь всех сынов, за женское счастье простое, за радость и смех дочерей, за то, чтобы во время такое мы стали мудрей и добрее.